Я вам приведу хадис, приведенный имамом ат-Тирмизи, Сунан ат-Тирмизи. Там есть такой хадис. Давайте послушаем. Вы готовы? Устали вы? Судный день, когда миллиарды людей станут перед Аллахом, когда Господь миров определит, кого в рай, кого в ад, и вдруг Аллах спрашивает у ангела Джибриль: «Я Джибриль, инни ара фулан ибни фулан фи суфуфи ахлин нар». «О Джибриль, я вижу вот такого моего раба Мухаммада, или Умар, или Али, что он находится в очереди обитателей ада. Почему я Джибриль?» А что, он не знал, почему он там? Он ведь все знает. А зачем тогда спросил? Он спросил, чтобы показать ангелам свою любовь к роду человечества, к нам, Аллаху Акбар. Ангел Джибриль говорит, скажет: «Я Рабби, мы ничего хорошего у этого Мухаммада не нашли. Поэтому там, в очереди обитателей ада, я раб». Теперь Аллах говорит, скажет: «Я Джибриль. Однажды я его как-то слышал, что он обратился словами: „Я Ханнану, я Маннан, о жалостливый и дающий без спроса, и дающий без спроса“. Вот мы утром проснулись. Даже утром мы проснулись. Кто-нибудь из вас просил у Аллаха, чтобы ваши глаза видели? Нет же? Кто-нибудь просил у него, чтобы ваши ноги ходили? А могли и не ходить. Кто-нибудь из нас просил, чтобы наши уши слышали? Могли и не услышать. А сколько таких? Было зрение, и вдруг нету. Был слух, и вдруг нету. Ходили ноги, и вдруг не ходят. Но он сегодняшний день обеспечил нас зрением, слухом, разговорным речью и так далее. Он дающий без спроса. Никто другой не дает так. Он дает. Аллах говорит, я однажды слышал, как он обратился словами: «Я Ханнану, я Маннан». Спроси, о Джибриль, кому же он обратился этими словами? И теперь Джибриль подходит к нему и говорит: «Ты когда-нибудь, я Мухаммад, обратился словами: „Я Ханнану, я Маннан“?» Он говорит, скажет: «Да, о Джибриль». Джибриль спрашивает: «А кому же обратился ты?» Он говорит, скажет: «وَهَلْ مِنْ حَنَّانٍ وَمَنَّانٍ غَيْرُ اللَّهِ». Есть ли другой кто-нибудь жалостливый и дающий без спроса, кроме Аллаха, о Джибриль? Нет уже другой такой. Аллах говорит, скажет: «Слышал, о Джибриль, он ко мне обратился. Он меня звал в помощь. Выведи его из числа обитателей ада, заведи его в рай, о Джибриль». Аллаху Акбар. Он дающий без спроса. А мы ничего не даем. Он дает. Поэтому он всегда готов принимать тех, которые совершали грехи, обратиться к нему, и он готов их принимать. А мы не знаем, никто из нас не знает, кто лучше из нас, поверьте, это правда. Вот я перед вами стою и думаю: «Ла хавла ва ла куввата илля биллях». Что? Какое будущее меня ждет? Что меня ждет? Как я уйду из этого света? Клянусь Аллахом, моим создателем, я этого не знаю. Я всегда прошу Господа миров: «О Аллах, забери меня, будучи в Ямане». А вас не так заберет. Ни у кого нету такой гарантии, поверьте, это правда. Поэтому нельзя на людей показывать пальцами.
Нельзя людей унижать. Нельзя людей оскорблять. Нельзя замарать их достоинство. Надо просто человека любить. Любить и призывать. Обязательно он придет. Обязательно он станет рядом с нами. Просто надо людей любить. Потому что Аллах так велел, а не мы. Он сказал, «Валакат каррамна бани Адам». Я возвысил сынов Адама, невзирая на его религию, невзирая на его должность, невзирая на его национальность, на его расу. Он возвысил каждого из нас. И кто дал нам право замарать его достоинство? Он пьет. Пьет, но он наш брат. Курит, наш брат. Без платка ходит, наша сестра она. Полуголая ходит, но она наша сестра. А что мы должны делать? Показывать пальцами? Или обратиться к Господу миров и сказать, «Я раб, вот мой брат Мухаммад пьет. О мой Господь, помоги ему. Сделай так, чтобы он не пил, я раб. Наставляй его, я раб. Людские сердца в твоем могуществе. Ты владеешь ими. Ты можешь повернуть их в лучшую сторону. Разве когда-нибудь после полуночной молитвы мы обратились этими словами за соседей, за односельчан, за друзей, за родственников. Но пальцами мы показываем. Поверьте, когда мы показываем пальцами на кого-то, один палец смотрит на него, а трое пальцев смотрят на тебя. Как будто бы они говорят тебе, «Сенефанди, трижды подумай о себе, чем однажды показать на кого-то».